Я, конечно, думаю, то, что принимать уже какие-то решения, это уже поздно. Но наш народ, он очень долго этого ждал. Мы наконец-таки дождались этого. Я думаю, мы сможем оставить свои права. И, конечно же, после драки махать кулаками поздно. И все же мы будем надеяться на лучшее. Я раньше думала, что Украина нас все-таки вытянет. Да. Но сейчас у меня вообще надежды ни на кого нет. И веры тоже. И вот что будет дальше? Но я надеюсь, что будет хорошо. То, что приняли Верховная Рада закон о том, что крымские татары – коренной народ Крыма, это очень хорошо, но немного поздно. Они должны были сделать это еще недели две назад, когда только началось. Как вы думаете, что-нибудь изменится? Возможно, изменится, но когда – неизвестно. Я бы так думал. Если бы раньше, лет пять там назад, шесть, вот это бардак не было бы, когда наш народ дрался за землю кусок, за участок, так он не был бы. Очень рады, что нас наконец-то начали признавать. Но мы радуемся этому, но пока радость не выявляется в фактических возможностях. И что вы будете делать вот сейчас? Вот как вы думаете, как изменится что-то? Изменится? Я думаю, что нашему народу опять придется пережить очень большие трудности. Ну, поздно уже, конечно, принимать что-либо. Но приняли хорошо, лучше, чем никогда. Ну, чего ожидать теперь? Ну, чего ожидать? Будем ждать, видно будет. Мы сейчас ничего не можем делать.